ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы. Девочки, мальчики, приветики, приветики мои, конфетики. Короче, блог сплетника. Блог сплетника 84. Блог сплетника 84. Есть мне маленький комментарий, сейчас мы прочтем, милые. Пишет тут, короче, под скрытой камерой, спасибо Виктору. Виктору Алексеевичу. Как сам Вывушка сходил наш на полюковку. Костя пишет, Костя говорю. А Домёшка, гомик не мужик, а баба. Пошла на концерт Поляковой. Я посмотрела этот концерт через его телефон. Полякова — это украинская Леди Гага. Гага. Ой, я тоже как Гага думает про деньги. Когда к ней выбежали маленький мальчик подарить цветы, она ничего мне не нашла сказать, кроме как то, что этот мальчик и через 20 лет пойдет на ее концерт. И поэтому тетя Оля голодная не останется. Ой. Но у нее хорошие песни, все, что есть. Это длинные ноги. Наряды в стиле Леди Гага. И кукошник через 20 лет. На старухе какой она станет. Ой, какой она станет. Это не будет смотреться. Ой, Тигра Швеблер пишет. Ну, подождите, показать еще там один ответ. Мне написали. Ой. Лав пишет. Это ник такой. Дешевка она, крутящая на сцене. Вентиляторы. Слова песен отстой. Ну, короче, не понравилось. Эй. Ой. Дальше. Ой. Маленький блок сплетника. Это 84-й маленький блок сплетника был. Продолжение следует. Спасибо, что вы меня смотрите, милые мои. Спасибо, птички поют. Поют. Там синички сидят. Господи, такой вот, чирик-чирик-чирик. Чирик-чирик. А там собачка ховую идет. Видите, какая собачка. Порода Ачлоклёва называется, да. Ну там, вон, видите, маленькая такая собачка, бенька-бенька. Вот она побежала, ой, ты тютюна, ой, тютюн. Маленькая такая пиканеска, ой, боже ты мой, это пиканеска. Да, она такая, бежит, ой, тютюн, мордочка такая кычка. Ой, боже мой, я таких собачек обожаю, бляха-буха. Ну ладно, милый. Всем пока, до встречи, пока. Блог сплетника не прощается с вами, а просто говорит счастливого дня. Придем бы в 85-м выпуске. Все, пока. Люблю тебя. Ну, вчера не было. Ну, уж извините. Вчера была сказка. Да, все, пока. Милые, целую, люблю тебя, ха-ха. В ополе березка стояла, в ополе она была. Одна-одинешенька, одна-одинешенька. Ой, она стояла. Думала, медведи прибегут, потеребят ее. Все, милые мои, пока-пока.